tous provoquer l'avenir. Faudra être fou pour provoquer l'avenir. Faudra être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Quand il se passe, ça n'est plus rien. Si. Parce qu'il y aura toujours des fous. Первая часть была о студентах. Если вы планируете учиться во Франции, в Париже, рекомендую посмотреть это видео в нашем Instagram. Сегодня мы пообщаемся насчет политического убежища. Да, политическое убежище Франции. Есть адвокаты, которые занимаются только непосредственно политическим убежищем, и их клиентура — это именно люди, приезжающие, оказывающиеся здесь во Франции в таком отчаянном состоянии, которые ищут политическое убежище. И как бы много мифов существует об этом юридическом институте. Во Франции он работает, это действительно право подать на политическое убежище во Франции и определенные льготы для людей, которые подают, в том смысле даже, что в префектуре они не стоят в очереди, они могут зайти непосредственно сразу, не стоят в длинной очереди для тех, кто оформляет свой вид на жительство, обновляет его. Они проходят напрямую, им дают досье, им помогают его оформить. Но, оговорюсь сразу, в общих чертах, как мы договорились, потому что я не практикующий адвокат именно в этой области, но знаю об этом в общих чертах как юрист в большей степени, чем как адвокат. 99,8% по статистике досье applications, да, которые подаются на политическое убежище, которое во Франции называется «Asile politique», они отказываются французским государством, они получают отказ. Почему? Потому что французское государство на уровне префектуры, это все происходит, они борются именно с так называемой экономической миграцией. То есть часто люди, которые приезжают, например, из таких стран, как Кот-д'Ивуар, Эрикса, слоновой кости, очень много людей подают именно досье о просьбе политического убежища, но на самом деле фактически это потому, что в их странах экономическая ситуация таковая, что они оттуда бегут. И, скажем так, политическое убежище дается в очень исключительных случаях. В случаях, если человек, вернувшись на свою родину, например, он будет подвергнут либо насильственному браку, так это, например, для несовершеннолетних девочек. Это очень работает, скажем так, как основание для получения убежища. Либо если ему применится какое-то домашнее насилие, или если, например, существуют действительно реальные военные действия, которые, как, например, сейчас в Сирии, по вот этим основаниям политическое убежище получается, и то это длительный такой процесс, и, в общем-то, скажем так, я бы для соотечественников, которые собираются обосноваться во Франции, я бы сказала, что это абсолютно не путь для эмиграции. Это абсолютно не это юридическое основание, которое нужно выбирать соотечественникам русским, я говорю про русских соотечественников. В других странах постсоветского пространства ситуация может быть другая. Опять же, каждое досье очень индивидуально. Но для россиян я бы сказала, что лучше не пытаться подавать по этому основанию, которое, в общем-то, обречено на провал, с моей точки зрения. Хотя бы статистика вещь упрямая. Понял. Апелляцию на отказ возможно? Да, апелляцию это возможно. А возможно, даже даже человек, который получает политическое опрос и политическое убежище, он может даже попросить бесплатного адвоката, который будет защищать его интересы. Опять же, все, что бесплатно, бесплатные адвокаты, они существуют во Франции для этого нужно подать отдельное досье на бесплатного адвоката. Понял. Я знаю, что здесь существуют правозащитные организации, в которые можно прийти со своей проблемой, они помогут сформировать досье, подать. Именно так. Именно то есть так. Это существует. Это существует, это работает, опять же, владеет информацией, да, владеет миром. Здесь очень много такого рода организаций. Есть организация, которая называется GST, которая помогает в правовом смысле всем иностранцам, всем беженцам.
опять же, это, скажем так, очень тяжелый путь, который я бы не советовала никому. Франция, будучи, в общем, социальным государством, но именно путь эмиграции в плане политического убежища, он очень сложный, и здесь вряд ли возможно как-то проскочить. Я лично в это не верю, я этого лично не видела. Понял. Тем не менее, как раз, когда мы сюда пришли, здесь рассказывали нам о девушке, которая приехала, кстати, из Средней Азии, из Казахстана, у которой как раз основание – это семейное насилие. Да. И она уже даже получила документы, насколько я знаю. Надо быть готовым к тому, что здесь очень все проверяется. Я знала непосредственно из пыталась защищать одного молодого человека из который пытался получить политическое убежище на фоне русско-украинского конфликта на Донбассе, и было отказано. Было отказано, потому что строгий очень анализ фактов. То есть конфликт, он затихает, он начинается, и не было доказано, французское государство посчитала, что не было доказано, что человек, вернувшись туда, будет фактически призван в армию и завтра станет, скажем, в строй, да, как солдат. Это действительно доказать очень тяжело. Они анализируют законы страны, куда вы не хотите возвращаться, да, они анализируют политическую ситуацию, они анализируют прессу. И, скажем так, пытаться как-то схитрить. Я думаю, что это не проходит. Что и объясняет статистика. Статистика этих. Я понял. Да, есть определенно. Я лично знала человека шри-ланкийца, который получил политическое убежище, но совершенно с драматической судьбой, когда подвергался там пыткам в тот момент, когда там был политический кризис и практически геноцид. То есть, ну вот, скажем так, если брать такие какие-то ситуации, то, с одной стороны, люди, которые с точки зрения с префектуры, с тем, кто рассматривает это досье, у них есть такие драматические досье и случаи. С другой стороны, люди, которые пытаются просто вот использовать это право институт. И, конечно, здесь, конечно, в общем-то, это и объясняет статистику, опять же, почему политическое убежище, оно как бы зарезервировано как правовой институт для самых отчаянных жизненных ситуаций. Я понял. Как раз самая отчаянная ситуация, это когда вам угрожает реальная опасность, насилие, к вам, смерть, ваши жизнь, риски. Здоровье. То есть прямые угрозы, кстати, даже косвенные угрозы, но тем не менее, которые могут привести к потере жизни, здоровья. И которые надо доказать. Да, которые обязательно нужно доказать. История должна быть на 100% настоящая, потому что в некоторых странах Европейского Союза даже применяется до сих пор детектор лжи. Здесь он не применяется. Да, здесь он применяется. Так, в Соединенных Штатах, кстати, тоже это не используется практика. Вот такой вопрос. Допустим, человек действительно имеет основания, да, то есть у него реальную угрозу, даже если взять семейное насилие, где муж бьет жену, и жена уехала, допустим, из Средней Азии, да, где традиции и обычаи такие, что женщинам порой очень сложно жить в этой стране. Я сам лично, так как также являюсь юристом, я сталкивался с такой проблемой, что девушки из Средней Азии, если даже у нее есть там муж, да, и как-то получилось так, что ее там или изнасиловали, или с ней там что-то сделали, ну, и все. Да, или без заключенного брака, да. Без заживания, без... Да. То есть эта женщина, она просто становится изгоем, да. В нее все плюют, в нее бросают камни, там, она подумывает о суициде, то есть там я реально... Да, право на жизнь, же опять же Европейская конвенция права на жизнь, понимаете, статья 3, 1, 8, право на семейную жизнь, на жизнь, на... И, конечно, это право защищается, но, опять же... Да, при наличии оснований. Так вот, если человек, допустим, попал сюда, во Францию, сколько по времени занимает процесс с момента подачи, что с ним происходит в это время, то есть, допустим, он подал досье, его кейс находится в рассмотрении, насколько я понимаю. Сколько по времени находится кейс в рассмотрении, и что можно в этот период делать, находясь вот, до первого практически, времени? Честно скажу вам, все это достаточно быстро, это занимает около месяца, ну, по крайней мере, в том единственном досье, которое делала я, после этого я это не делала.
мы разговаривали об этом, потому что очень тяжело воспринимать разочарование со стороны клиента, для которого это вопрос там жизни. И я знаю, что это достаточно быстро и дается, я, если честно, не помню. Не могу вспомнить, не помню, как, но я точно знаю, что все это делается достаточно быстро. Ну, в отличие от Соединенных Штатов Америки, там люди ждут годами, чтобы только оказаться на интервью. Нет, это достаточно быстро. Все долго, профессионально, да? Это делается профессионально. Да, кстати, друзья, если также через Мексику человек подает на убежище, через Мексику, то на той стороне процесс может затянуться на год, на два или на три. Да, соответствующая европейская конвенция по правам человека говорит о том, что процесс должен быть это то, что французские юристы называют «délай raisonnable». Это разумные сроки, да. И в разумные сроки это значит, естественно, это должно быть в рамках нескольких месяцев, но это, как правило, это достаточно быстро. Это не год, это не два, то есть... Но, соответственно, если вы получили отказ, то практически 100%, если вы делаете апелляцию, это будет снова отказ. То есть решение негативное в первой инстанции, оно практически влечет 100% отказ во второй инстанции. Я понял, друзья, к этому вопросу нужно отнестись очень-очень ответственно, потому что ехать во Францию, у нас, кстати, были даже прецеденты, когда люди... Вот мы хотим подать на убежище во Францию. У вас основания есть? Нет, у нас оснований нет. Мы там на ходу что-то придумали. Да, здесь это не пройдет. Не пройдет совершенно точно. Понял. Год назад я делал во Франции здесь репортажи о том, как людям, которые приехали и подали на политическое убежище, также беженцы, которые признаны ООН. Беженцы, им можно получать бесплатную одежду, здесь даже есть какая-то площадь, где дают еду, также бесплатно, пособие. Здесь это работает сегодня? Это работает очень много ассоциаций, надо сказать, что сейчас есть ассоциация, которую я недавно